я являюсь просто бесплатным приложением фразы «За дурной головой ногам покоя нет, да и рукам, и всему покоя нет». Я решила окна помыть. И подумала, после зимы остекления много грязного, сил не очень. Поэтому я позвонила какой-то кул-центр, который выбрала просто так, рандомно, что называется. Попала на компанию, которая делает роботы-пылесосы для окон. Это оказалась наша отечественная компания, производство в Китае. Я вообще поддерживаю наших производителей. Но чтобы вы понимали, я когда звоню куда-то за доставкой, я не называю себя по имени и по отчеству. Я придумываю себе совершенно отдельный псевдоним. Но когда уже пришло время расплачиваться, было понятно, кто это, потому что карточка все-таки не на псевдоним. Но до этого девушка уделила мне кучу времени, и я хотела взять один пылесос, она мне сказала: нет, вам не подойдет, у вас городская квартира. Да, вот для городской лучше такой. Я подумала, удивительные люди, вот это профессионалы. И я купила пылесос. После того, как я его оплатила, мне позвонил кто-то из компании, кто-то из начальников и сказал: слушайте, это вы? Да. А мы вам второй пылесос пришлем. Протестируйте. Я, конечно, сразу в дело. Взяла бадью, на которой написано «Средство для мытья окон». Побрызгала. И думаю, как же плохо моет этот пылесос. Ну, потому что я, дура, забыла, что в эту бутылку я перелила средство маслянистое для мытья мебели и для чего-то такого садового. Просто бутылочка освободилась. И вот теперь несчастный пылесос справляется с жирными пятнами, потому что я все-таки нашла средства для мытья окон. Но самое главное, они моют там, где рука человека вряд ли согнулась бы. То есть с улицы. Я вам сейчас все это покажу. И еще раз хочу сказать спасибо отечественному производителю. И я рада, что пока завод находится в Китае, но вся служба, техническое обслуживание находится здесь, в России. Ну что, ребята, покажу вам, как мои справляются деятели. Вот этот со стороны улицы. После зимы я ничего не делала. Как приличная женщина, я не протирала сначала окна, а потом запускала пылесос. Щетки грязные, видите какие, пятна чистые. Ну и вот этот бедолага завис, потому что ему досталось самое тяжелое. После масляного средства оттирать окна. Ребят, спасибо вам за ваш труд. Продавайтесь как можно больше. Помогайте всем. Освобождайте время.